В январе 1715 года, будучи в Москве, Иоанн тяжело заболел. Болезнь казалась ему смертельной, и он, по обычаю, распространенному среди монахов того времени, решил перед смертью принять схиму, такую степень монашества, что характеризуется принятием очень строгих обетов. Проводивший его посвящение иеромонах Макарий потребовал от Иоанна по принятии схимы строителем и ни в коем начальстве у братья не быть и не священно действовать. В схиме первоначальнику было дано имя Иоанн взамен монашеского Иисакии. Вот так все вращается и возвращается на круги своя. К счастью, болезнь прошла, но связанный данным словом Иоанн уже не мог по возвращении в Саров принимать сколь-нибудь заметное участие в делах монастыря. Месяц шел за месяцем, а Саровская пустынь так и оставалась без руководителя. Иоанн пробовал обратиться к Макарию, но иеромонах твердо стоял на необходимости выполнения обета. Тем не менее, в марте 1716 года разрешение от Егорского было получено, и Иоанн вновь взялся за дело. Но случилось так, что провинциальный монастырь, затерянный в глухих дремучих лесах, волею судьбы оказался втянутым в большую политическую игру, стал ее невольным участником и жертвой. В первые годы своего существования Саровская пустынь находилась в непосредственном управлении Москвы. Но в 1700 году умер патриарх Адриан, и Петр I, считавший, что во всех областях жизни государства, в том числе и в духовной, должно быть строгое подчинение государственным интересам, отменил патриаршество. В 1721 году был организован синод, где главным проводником идей Петра стал вице-президент синода Феофан Прокопович. В 1724 году Петр подготовил указ о монашестве и монастырях, в котором захотел регламентировать и эту сторону российской действительности. В его представлении монастыри должны были играть роль богоделен для отставных солдат, а монахов следовало приставить к ним для служения. Неудивительно, что в монашеской среде было множество недовольных этими реформами. В их числе был и архимандрит Маркел Радышевский. Продолжилось ужесточение политики в отношении монашества и после смерти Петра I. Так, в 1731 году императрица Анна Иоанновна восстановила тайную канцелярию. В это страшное ведомство попадали дела, которые квалифицировались как государственная измена или попытка госпереворота. За малейшее подозрение или незначительную провинность человек мог попасть на каторгу в Сибирь до конца своих дней. В еще большем ходу были доносы, а священников даже обязывали сообщать в органы об услышанном ими на исповеди. Такая гнетущая обстановка в обществе вполне вероятно могла сильно подействовать на людей нездоровых, с пограничным состоянием, с неуравновешенной психикой. Таковой нашелся и в Саровской пустыне. Им был монах Георгий, в миру Григорий Зворыкин. В конце 1733 года он явился в московскую синодальную контору, желая покаяться в страшных грехах, вероотступничестве и общении с нечистой силой. Его показания выслушали, записали, но не отпустили, а оставили своего рода предварительным заключением. Находясь там, он давал все новые и новые показания. В частности, он рассказал, что иеромонах Иосий заставлял его и еще некоторых монахов молиться некоему Тимофею Архиповичу, известному в Москве юродивому, которого столичная знать почитала за святого. Да-да, тому самому, что 40 лет назад посетил старое городище и прислал икону Иоанну как благословение на великое дело. Ну, теперь самое время рассказать о не менее важном действующем лице в этой трагедии, об Иосии. В миру он, Яков Самгин, происходил из купеческого сословия города Елатьма. Поступил в Саровскую пустынь 19 лет от роду, а в 1716 году был выбран на казначейскую должность. Однако со временем доверие к Иосии со стороны Иоанна исчезло. И в 1730 году он был смещен с должности казначея, и его заменил Дорофей. Недовольный Иосий удалился в пустынную келью, взяв с собой приближенных к нему монахов, и повел разговор о том, что, мол, следует на этом месте в лесу организовать новый монастырь, в противовес Саровскому, и сам постригал у себя новых монахов, не советуясь с Иоанном. Ну что здесь сказать? Гордыня взыграла самый страшный из смертных человеческих грехов. Иоанн ранее пострадавший от доносов, и тут подсказал монахам, что не следует дожидаться назначения настоятеля со стороны, и братья избрала вместо него нового строителя, казначея и иеромонаха Дорофея. По указу из Москвы Дорофея следовало именовать строителем пустыни, а Иоанна – первоначальником. Между тем, слух о том, что Зворыкин содержится в синодальной конторе и дает там показания, спустя некоторое время достигли и подмосковные обители, куда перевели служить Иосию.
Иосии, тамошние монахи, тоже знали, что живут в страшное время, и что не было ничего легче, как попасть в тайную. И нет ничего труднее, как из нее выйти. У Иосии сердце чуяло, что его-то сгубит показания сумасбродного Зворыкина, и чтобы спастись самому, он сделал донос на своего противника. В этом доносе Иосия сообщил, что написанные Зворыкиным бумаги хранятся в Саровской пустыне. Туда был направлен отряд солдат для изъятия документов. В указанном Иосии месте были найдены тайные бумаги Зворыкина. Среди них попалось и запрещенное сочинение Радышевского. Эта рукопись дала иной поворот делу саровских монахов – политический. Тайная канцелярия, недолго думая, приказала арестовать Зворыкина и упомянутых им монахов. Из Саровской пустыни были арестованы первоначальник Иоанн, иеромонах Ефрем, иеродиакон Феофилакт и монах Аарон. А основные участники следствия, Зворыкин и Иосия, продолжали обвинять друг друга во всех смертных грехах. Иосию понесло так, что у слушателей волосы шевелились. У него Зворыкин выставлялся членом некоего тайного общества, задачей которого были государственный переворот, возведение на трон Елизаветы Петровны и соединение православной церкви с латинской и лютеранской. Ну, все мы смертны. В 1736 году умирает Феофан Прокопович, главный обвинитель по этому делу. А о дальнейшем ходе расследования историкам ничего не известно. Иоанн же перед Новым годом, в который раз остался один, что ему виделось? Что ему слышалось там, в тюремной камере? Наверное, вековой лес любимой саровской дачи с его многошумностью, колокольный звон да протяжное пение монахов. Но ныне еще узрел он сагбедного старца, многолюдное торжество в Саровской обители и, среди прочих, венценосную семью. И в декабре 1737 года, в возрасте 68 лет, в застенке тайной канцелярии скончался первоначальник Саровской пустыни Иоанн. Похоронили его в Санкт-Петербурге, рядом с Колтовской и Преображенской церковью. Могила Иоанна не была никак отмечена, и место ее оставалось неизвестно. А спустя более сотни лет, в 1849 году, Саровскую пустынь посетил известный духовный писатель Андрей Николаевич Муравьев. Вернувшись в Петербург, Муравьев решил отыскать Преображенскую церковь и могилу Иоанна. Церковь существовала, но она была деревянной и ветхой. Однако ни в церковном архиве, ни на самих могильных плитах имени Иоанна не было. Получив согласие настоятеля храма и церковных инстанций, Муравьев инициировал сбор средств для постройки нового каменного храма. По его замыслу, он должен быть поставлен в честь подвижника и страдальца, саровского первоначальника Иоанна. Строительство началось только в 1861 году, и вот что писал в Саров священник Колтовской церкви Покровский. В настоящем году приступили к землекопным работам. Много было разрыто могил. Много из сих могил вынуто человеческих костей, в том числе ножные кости, в наглухо заклепанных кандалах. Но чьи это кости и кто сей столь злосчастный, что и в самую могилу должен был сойти в оковах, неизвестно. А в архиве Саровского монастыря долго хранилось письмо Муравьева, из которого становится ясно, что изучать историю Саровской пустыни, читая сказания о первом жительстве, мы имеем возможность благодаря выдающемуся человеку, великому человеку, основателю и первоначальнику монастыря, иеромонаху Иоанну, в миру Ивану Федоровичу Попову. Письмо адресовано игумену Исаии. «Наконец, могу я исполнить данное вам обещание и возвратить долго пропадавшую драгоценную книгу вашего блаженного первоначальника. Сию книгу храните как сокровище. Сделайте для нее красивый ящик или футляр, потому что тут вся жизнь вашей пустыни и душа вашего первоначальника, которого тело от вас далеко». Что можно сказать в заключение? Сейчас-то нам, конечно же, приходит на ум мысль о том, что основатель нашего монастыря Иоанн приуготовлял духовный путь и был предтечей величайшего православного святого Серафима Саровского.